Несмотря на напряженную ситуацию в регионе, Донбасс-опера продолжает работать, а зрители ходить на представления. Здесь готовят символическую премьеру. К новому театральному сезону ставят знаменитую оперу Верди «Бал Маскарад». Итало-Нунциато прилетел в Донецк специально для того, чтобы поставить оперу «Бал Маскарад». Режиссер говорит, что страха перед поездкой не испытывал. Правда, ему пришлось долго убеждать сотрудников итальянского посольства отпустить его на работу в неспокойный Донбасс. Я думал, если Донецкий театр в это непростое время все равно настаивает на своем желании работать и показать спектакль публике, то этого достаточно для того, чтобы развеять мои сомнения. И мне удалось убедить в этом свое посольство. Опера «Бал Маскарад» сейчас очень актуальна в Украине, ведь она говорит о кризисе человеческих ценностей и также создавалась в непростые времена. Я надеюсь, что с помощью этого спектакля мы покажем людям пути выхода из сложных жизненных ситуаций. Оперу «Бал Маскарад» Джузеппе Верди написал, когда Италия переживала войну за независимость. Композитор хотел показать, как ведут себя люди в трудные времена. Мы здесь видим оборотную сторону человека, какой он был и каким он может стать, какие-то такие минуты тяжелые. Из соображений цензуры Верди перенес действие спектакля из второй половины 19 века на столетие раньше. Однако в Донецке оперу покажут в соответствии с первоначальной задумкой автора. Несмотря на все это, мне кажется, надо творить, надо работать и надо существовать и дарить радость людям. Потому что наших зрителей не убавилось. Люди ходят, приходят к нам на спектакль и, надеюсь, на этот спектакль тоже придут. Режиссер показывает проекты декораций и первые пошитые костюмы. В них на «Бал Маскарад» придут артисты хора. Женские карнавальные маски созданы по оригинальным итальянским эскизам 19 века. Идея маскарада в том, чтобы любой человек смог вообразить себя кем-то другим, но только не собой. Закрытые перчатками руки и огромный шарф. В этом костюме есть все для того, чтобы спрятаться от себя самого и стать свободнее. Эта постановка – совместный проект Донецкого театра и итальянского посольства в Украине. Премьера состоится осенью, а затем «Бал Маскарад» отправится на гастроли в Испанию. Анастасия Пугач, Сергей Чакрыгин, телеканал «Донбасс». На этом наш выпуск завершен. Увидимся, как обычно, во время новостей Донбасса.